Верховной Раде же тем временем задумались над рокировками в Нацкомуслуг. Именно этот орган устанавливает тарифы на газ в Украине. Состав комиссии должны предложить Кабмин, президент и депутаты. И на этой неделе планировали утвердить первые кандидатуры от парламента. Без этого работа регулятора под вопросом. Уже есть обращение ряда предприятий по выдаче лицензий на виды деятельности для того, чтобы рынок электроэнергии заработал. Люди все задают вопрос, какие же у нас будут тарифы. То есть должна быть избрана, определена на открытом конкурсе комиссия. Это есть этапы. Комиссия должна заработать.